Всем привет! Хотела показать немного покупки, что сейчас, сколько стоит из базовых продуктов в Греции. Ну вот здесь в основном супермаркет Galaxias, достаточно популярный в Нея Мудания. Ну вот сейчас покажу, у меня заодно тут и чеки, чтобы чего не забыть. Вот, ну давайте начнем с молока, с молочной продукции. Вот Гала, это Кукаки, одна хорошая очень фирма тоже, вот в Северной Греции. Молоко стоит 1,55 литр. Если ниже 1 евро, то это будет уже какое-нибудь порошковое. Вот, кефирчик тоже их же марки. Вот этот стоит 1,02, вот этот. А вот этот, который с клубничкой, он получается 1,25, подороже. Это 330 мл. Вот. Масло Добони, греческая фирма. 3,38, 250 грамм. Хорошее нормальное масло, 82%. То есть то, что ниже, это как бы уже не масло, поэтому я даже и не покупаю такое. Вот для выпечки иногда беру Витам. Это классический маргарин, который используют вот в основном в выпечке и ну, для готовки иногда. Что-то пожарить, может быть, чуть-чуть добавить к растительному маслу. Ну, это как, кому как нравится. Значит так, Витам у нас стоит 1,19. Масло 3,38, я сказала. Так, из заморозки, вот сегодня я купила фасулаки, то есть зеленая фасоль кругленькая, килограмм у нас стоит 2,10. Вот, и вот здесь тесто фило, как сказать, традиционное, да, очень хорошо подходит для греческих пирогов. Вот, я этой марки брала, мне очень нравится, самой раскатывать лень, очень тонко я и не научилась. И оно стоит 3,28. Так, что-то у нас еще интересненького. Да, ну вот греческий йогурт. Это сетевая марка вот Galaxias. Strangisto, это двойной, как сказать, два раза отжатый йогурт. Он такой густой. Гуще любой сметаны. Ну, не любой, наверное, как самая густая сметана, только на вкус немножко другой. Кислинки больше. Вот. Он стоил со скидкой 2,12. Вот. Салфетки тоже, они сетевые, стоят 43 цента, 70 штук. Вот. Теперь что у нас с рисом? Ну вот, это тоже сетевой. Вот, рис для плова я не знаю, не буду, каждый по-своему понимает. Но, в общем, для такой рассыпчатый получается. То есть для супа он не подойдет, да, допустим, или для рисовой каши. А вот для как гарнир очень хорошо. Значит, этот рис у нас стоит, сейчас посмотрю, 1,26, это килограмм. Ну, это, в общем, недорого, потому что вот, ну, здесь вот уже не сетевая компания, это греческая марка Agrinio. Агрину. И вот видите, написано для здорового питания коричневый рис, он стоит 1,99, полкило. Вот, а макароны, вот эта пачка, стоит 1,15, ну, спагетти. Так, что тут еще интересно, вот мне не все продукты тут на столе, кое-что уже убрано. Лук я купила по 83 цента сегодня в магазине. На рынке все может быть немножко дешевле, но немножко. Вот. Картошка 80-90 центов свежая. Вот апельсины, вот эти вот большие для еды, как бы они стоят 1 евро за кило. Яблоки и другие апельсины я покупала на рынке, там примерно 80 центов все это стоит. Так, сахар стоит примерно 73-76 центов за килограмм.
супермаркетах. Вот, кстати, вино у нас закончилось. Купила простое белое вино Михали Георгиади. Сухое вино. Это местная фабрика. Их два брата, Михалис и Йоргос Георгиадис. И обе фабрики по дороге на Салоники стоят друг напротив друга. Вот, и оба выпускают вина, рецину. Вот. Вот эта вот бутылочка 1,5 литра. Так, да, 1,5, я чуть подумала, что больше. Она стоит 2,87. Рецина была бы дешевле. Но рецина, она такая со специфическим привкусом, и не всем это нравится. Мы пьем с удовольствием. Ну, я в основном беру для готовки, нам этой бутылки хватит очень надолго. Ну, что еще? В принципе, продукты я в основном покупала. Так, прикупила шампунчик со скидкой. Вот это вот стоили 2,01 со скидкой. Ну, вроде все пока. Так, что у нас еще тут интересного? Ну, фета, например, сыры всякие разные есть. Здесь у меня сейчас передо мной нет. Ну, со скидками там бывают акции, можно найти 4-5 евро за кило. Обычный сыр, который можно использовать в тост. Вот моцареллу я покупала, но опять же, сетевая марка. И вышло около 5 евро. Ничего, хороший сыр, нормальный. Яйца стоят, вот здесь в супермаркете были 10 штук, 1,89. Это, в принципе, нормально, но они небольшие, потому что на рынке есть разные цены. То от 17 до 20-22 центов, в зависимости от размера. Понятно, что самые дешевые – это самые мелкие. Ну вот, пока что так. Продолжение следует.